Начиналось у меня всегда 1 декабря. Я брал такой листочек, расчерчивал его на 31 день и писал в одной колонке дни недели и даты, а с другой стороны обратный отчет, сколько дней осталось до РУЗа. И каждый день у меня вечером был праздник, когда я вычеркивал очередной день и считал, что осталось 18 дней, осталось 17 дней, там, и когда уже оставалось 3, я позволял себе начинать думать о сборах, что надо не забыть взять коньки, там, свой любимый зимний свитер, какие-то еще вещи. И, конечно, самый приятный, замечательный момент был накануне вечером, когда я этот листочек рвал на мелкие кусочки, потому что он был больше не нужен. И когда ты выходишь на станции Дорохова и видишь этот пазик, ты в него садишься и понимаешь, что вот оно, собственно, и началось. Один раз просто, я помню, что подойдя к своему столу письменному, еще будучи в 10 классе, это еще до вуза, я нашел записку. Я очень просил папу достать путевку в РУЗу на детские каникулы, тогда еще на обычные детские каникулы. И я нашел записку следующего содержания. Поскольку папа очень стар, и это нужно взвесить, ты съезди на Страстной бульвар и в доме номер 10. Возьми себе путевку сам, чтобы в преддверии вуза ты мог побегать по лесам в ДО с названием РУЗа. Этот пазик, знаменитый пазик, который встречал всех на станции Дорохова. И обязательно приезжал водитель, которого звали Павлик Морозов. Он работал здесь долгие-долгие годы, был легендой, его все знали. А на автобусе была надпись «Дом творчества композиторов». И где-то, наверное, есть такой же, может быть, автобус Дома творчества ВТО. И всех привозили сюда в РУЗу. Как только все садились в этот знаменитый автобус, все знали, вот-вот сейчас РУЗа начинается, но РУЗа тихая, сосредоточенная, потому что в декабре обычно все здесь работали, было очень тихо, и в феврале работали, было тихо, а вот в январе было веселое лихое время, и к композиторам приходили писатели из Дома творчества в Малеевке неподалеку, актеры и драматурги из Дома творчества в ВТО неподалеку, и так оказывалось, что вдруг в одно и то же время в РУЗе бывали драматурги, писатели, композиторы и актеры. И получалось, что в РУЗе создавались спектакли и кинофильмы, появлялись песни. Слава, ну спой. Спотела. Ну правда, капитан, ну спойте что-нибудь хорошенькое. Спойте, Вячеслав Павлович. Сердце молчит в снежной ночи, поиск опасный уходит разведка, с песней в пути легче идти, только разведка в пути не поет. Где же ты, мечта? Где?
театру Михаилу Зиву приезжал режиссер Григорий Чухрай, и возникала музыка к фильму «Баллада о солдате». К композитору Кириллу Молчанову приезжал Станислав Ростоцкий, и это был фильм «Доживем до понедельника». К Александру Зацепину приезжал Михаил Колотозов, и появлялась музыка к фильму «Красная палатка». К Эдуарду Артемьеву приезжал Никита Михалков, и это был фильм «Раба любви». И к Андрею Шпаю приезжал режиссер Евгений Ташков, и появлялась музыка к фильму «Адъютант его превосходительства». Дем, ты, наверное, помнишь, содружество Михалкова и Артемьева начиналось именно в «Розе». Я помню, как отца собирались постоянно и Андрон, и Тарковский Андрей приезжал сюда. Никита приезжал, и Шилин Саша, и актер там, Олег Павлович Собаков приезжал сюда. Это было именно общение, из этого общения, причем в основном это было полушуточное и полусерьезное, но раскрывались очень интересные личности, и рассказывались эпизоды, показывали. Ну, то есть это было такое шоу. Ну, то есть это было такое живое, очень живое общение. Они обычно, когда встречались, начиналось такое... с пением, вскользь это обсуждение картины, музыки. Слились истории, часами здесь рассказывали. Бешеная была женщина. Бешеная. Никакой сдержанности. Да. Наверное, странно и сложно собрать вот в таком небольшом месте таких потрясающих людей. Ты понимал, что ты присутствуешь при чем-то, вот, при создании чего-то? Ведь сколько замечательных произведений создавалось там. На даче номер 23 любил жить композитор, который чаще всего приезжал сюда зимой. И больше всего он увлекался черно-белой фотографией. А еще он попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество наград за киномузыку. И каждый год зимой, уже почти 30 лет, мы смотрим и смотрим и смотрим фильм, которому он написал музыку. И мы все время ждем этот фильм, каждый Новый год. Музыка «Ирония судьбы», она моментально включает тебя в зимний пейзаж, ощущение Нового года. Дело в том, что Михаил Ильич ездил в Розу только зимой. Он довольно много проводил там времени до 78 года. Я помню момент, когда мы смотрели премьеру фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» еще в старой столовой. Тогда мы не знали, что это будет эпохальный фильм, который будет в истории, в голове каждого нашего человека, как что-то такое новогоднее. Интонации Николая Таравердиева доверительные, разговорные, правдивые. Этот композитор и, я бы сказал, и режиссер. Так он был, конечно, мастером задавать атмосферу, создавать атмосферу доверительного, искреннего разговора. И он не терпел ни малейшей фальши и даже полграмма вульгарной интонации. И режиссеру Эльдару Рязанову нужна была именно такая интонация, нормальная человеческая интонация некого персонажа из интеллигентной среды. Если у вас нету тети, исполняет... В общем, ария московского гостя. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны.
и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами. Я знал, что это я пою, но смотрю, Мягков поет, и это он поет. И даже вот это он делает, вот в точности, как я бы сделал. Ведь в «Иронию судьбы» не только 8 романсов, но и вальс замечательный совершенно. Это такая симфоническая большая партитура, увертюра. И вот эти партитуры как раз он должен был писать в Рузе. И это вот происходило, он был в Рузе зимой 75 года. Я в его доме увидел Аллу Пугачеву как человека интеллигентного, деликатного, изящного. Она чего-то еще стеснялась. И я при ней начал... Я уже выучил песню, я спросил у Ясни. И я при ней начал показывать автору. Я спросил у Ясни, где моя любимая. Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая. Тополь забросал меня осеннюю листвой. Была тебе любимая, была тебе любимая, была тебе любимая, а стала мне жена. Алла Пугачева сидела, замерев, как песня кончилась, она говорит: да, Михаил Ливонович, он Никитину какую хорошую песню даете, а мне? Он говорит: погоди, ты еще поймешь, какие у тебя песни замечательные. Действительно, по улице моей, который год, звучат шаги, мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход. В той темноте за окнами угоден. Если бы она при мне спела уже в окончательном виде, я бы мог сказать: Михаил Иванович, какая хорошая песня у Аллы Пугачевой. А мне прям про какого-то Ясеня. На женскую партию, на женскую роль вокальную они не могли найти певицу. И Михаил Иванович вдруг вспомнил об Алле Пугачевой, которая записывала партию Анжелы в фильме «Король олень». Ей тогда было 18-19 лет. И Михаил Иванович вспомнил о ней. Она была тогда по-прежнему никому не известна. И они ее нашли где-то. Она была то ли в Липецке на гастролях, то ли еще где-то. В общем, они ее вызвали. Михаил Иванович с ней очень много работал. На каждый номер у них было по 33 дубля. Причем это с перерывами на 2-3 дня, там, со скандалом, со слезами там, и так далее. Я, насколько понимаю, режиссер и композитор добивались нормальной человеческой интонации. А у Аллы Пугачевой уже тогда была ярко выраженная эстрадная интонация. Но человек, она чрезвычайно талантливая. В конце концов, она поняла и сделала то, что от нее требовалось. И получилось полное слияние с героиней. Кстати, и в титрах-то, собственно, и не было написано, кто там поет. По улице моей, который год, звучат шаги, мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход.
Вот есть портрет Бориса Жутовского у нас такой. Он его писал в «Розе», и на нем просто написано, что «Роза», такой-то год, такое-то время. Я этот портрет не очень люблю, потому что он мрачный. Но поразительным образом Михаил Иванович тогда не был таким, каким его нарисовал и увидел Борис. И вот действительно, Михаил Иванович последних, скажем, лет он был чем-то похож на этот портрет. Наверное, в самом знаменитом историческом месте композиторской Розы. Летом здесь был теннисный корт, а зимой каток и хоккейная площадка. Какое это было грандиозное открытие, когда теннисный корт отремонтировали. Собралось человек 500 гостей, композиторы, писатели, артисты. Открывал теннисный корт композитор Анатолий Новиков, тот самый, который написал песню «Эх, дороги, пыль да туман». Играли здесь знаменитые чемпионы СССР Анна Дмитриева и Александр Дмитриевелли. И, кстати, Анна Дмитриева привезла тогда своим Болдона из Лондона, своему брату Владимиру Молчанову, первую в СССР пластинку «Чабы Чакера» «Let's Twist Again». А потом зимой здесь разыгрывались фантастические хоккейные баталии. Что там НХЛ? Вся Роза собиралась болеть. Здесь был азарт, ажиотаж. Причем играли не просто в хоккей, играли в какую-то смесь футбола, хоккея с шайбой и с мячом, с клюшкой обязательно. И открывал хоккей на сезон всегда композитор Юрий Левитин, автор знаменитых песен кинофильмам, музыки кинофильмам. И откуда-то он притащил тогда и где-то заказал «Железные ворота». Я помню нашу команду. В нападении Владимир Молчанов, Андрей и Валентин Эшпай. В воротах Арно Арутюнович Бабаджанян. В защите композитор Кирилл Молчанов. Нам противостояли, как правило, очень прилично игравший в хоккей Максим Дунаевский, сын великого Дунаевского и сам знаменитейший ныне композитор. В воротах, кстати, очень часто команды противников стояла довольно полная и безумно красивая жена композитора Евгения Жарковского. С нами играла и жена Юрия Абрамовича Левитина, Наталья Яковлевна, которая в молодости была членом хоккейной команды «Динамо». Было до войны у нас женский хоккей, они играли в русский хоккей. В общем, проходили здесь соревнования безумно буйные, бурные, с травмами, с драками. Ну, в общем, всегда они заканчивались миролюбиво, после чего часа в два, когда мы приходили на обед, наши родители выпивали за победу или поражение, нам наливали, пока мы учились в школе, какого-нибудь компота или лимонада. Позже мы стали, правда, уже в студенческие времена присоединяться к ним. Но делить каток нам, фигуристам, с хоккеистами было очень трудно. Возникала масса проблем, которые сообща решали родители и фигуристов, и родители хоккеистов. Ну, во-первых, шайба все время попадала за борт и могла ударить кого-нибудь из отдыхающих, которые гуляли вокруг. Во-вторых, делить надо было время, кто когда катается. Было решено, что фигуристы катаются с утра до трех, а хоккеисты с трех.
Но хоккеисты все равно приходили раньше времени с клюшками, торчали около бортика, и мы им говорили: вы, извините, рано пришли. У вас, извините, время с трех. А учила кататься многих нас Чайковская, наш знаменитый тренер. А когда однажды в Рузе случилась авария и погас свет, все каток так любили, что родители подогнали сюда машины и фарами светили наш каток. It's wonderful, it's marvelous, you should care for me. It's awfully nice, it's paradise, it's what I love to see. А что это за история хулиганская со скабливанием букв? А это было, когда я утром проснулся, вот у всех... А вот замешаны были вы тоже? Да все там были замешаны. Здесь были все замешаны во всем. Здесь не было, чтобы кто-нибудь... Конкретно никто ни за что не отвечал. Вы что-то не помните этого. А когда я утром проснулся и увидел, что у всех домиков были инвентарные номера. Вот Царевский был номер один, а у нас был номер два. Он был рубленый дом номер два, инвентарный номер, как на всех, на всей мебели, наверное, даже если на рояле посмотреть, он тоже есть инвентарный номер. И вдруг я увидел, что это инвентарный номер, значит, они соскоблили буквы, и получилось вместо рубленый дом номер два, рубенный дом номер два. Это мы с Владимиром Кирилловичем. Но вообще поразительно то, что сейчас уже все превращается в легенду. То, что кто-то помнит одно, кто-то помнит совсем другое, и поэтому Руза – это вообще сплошные легенды. Когда мы поехали за шампанским в какой-то Новый год. И это же легенда или... Это не легенда, это факт. Это абсолютный факт, когда Семен Григорьевич Соколовский, народный артист, я тут, придя в театр, я был совсем молодым артистом, он сказал: ну, поскольку, значит, нужно даму шампанское, его нет, а у тебя завтра спектакль, ты все равно можешь быть за рулем, поехали. Я говорю: ну, Семен Григорьевич, ну, куда мы поедем? Ночь глухая, уже 12 часов. Говорит: если дамы сказали, что нужно шампанское, а в нем была поразительная мужская сила, красота и достоинство, значит, должно быть шампанское, Роберт, за руль. И мы на Волге поехали, он сказал: у меня есть место. Во Внуково совершенно замечательная вещь, меня все знают. Я поеду, у меня есть специальная дорога. Я говорю: я не помню поворота, я все знаю. И мы поехали вот в ночь, буквально до полчаса уже, наверное, пол первого, пол второго, поехали во Внуково за шампанским отсюда. Проехали Одинцово, проехали, значит, проехали Голицыно, потом, я говорю: поворот где-то должен быть. Он говорит: подожди, сейчас все будет, я все знаю. Когда я увидел Триумфальную арку... Город въехал. Я говорю: Семен Григорьевич, мы проехали Внуково. Он говорит: ну, значит, назад поехали. Назад мы поехали, нашли поворот на Внуково, на стрелку, повернули. Он говорит: а теперь я тебе покажу дорогу прямо к ресторану. Мы долго ехали через какие-то буераки, стройки, доски, какие-то бетонные плиты. Он говорит: Семен Григорьевич, ну, вы езжайте, сейчас будет роскошная дорога. Мы вышли, действительно, вдруг роскошная дорога после всего этого. Бетонка. Бетонная, роскошная, широкая, вся расчищенная. Я говорю: а куда теперь? Говорит: вот за теми красными огоньками. Видишь, впереди машины, вот за ней. Я еду. Ты что, догнать не можешь? Твоя Волга, что быстрее не ездит? Я говорю: Семен Григорьевич, ну, понимаете, я уже все, что можно из Волги. 145, она больше... Это езжай. Ну, что, ты не можешь догнать, что ли? Не можешь догнать? Я говорю: Семен Григорьевич, я все уже. Говорит: догоняй. Я говорю: Семен Григорьевич, я не могу. Вдруг эти огоньки плавно уходят. Я понимаю, что мы на взлетно-посадочной полосе. Слава тебе, Господи, что самолет взлетал, а не садился. Естественно, догнать его было довольно тяжело. Но, тем не менее, мы доехали к ресторану с той стороны, взяли и уехали той же дорогой. Большая очередь выстраивалась и в композиторской, и в актерской Рузе за лыжами в день приезда. Конечно, бывали такие любители лыж, кто их привозил с собой. Но все остальные шли в пункт проката. И выстраивалась очередь. И когда к тем, кто стоял в очереди, подходили коллеги по театру, родственники, знакомые, мужья, жены, дети, оказывалась огромная толпа. И вот через полтора часа желанные лыжи были у тебя, и что же... Кто-то всего-навсего на лыжах шел в столовую, просто наслаждаясь роскошным зимним лесом. А кто-то обязательно шел сюда. Здесь начиналась чертова горка, знаменитая чертова горка, которая сейчас так заросла, что уже ничего и не видно, но отсюда начиналась трасса. Нужно было спуститься вниз к реке, пересечь Москву-реку.
и дойти до Старой Рузы, а там в маленьких магазинчиках можно было купить что-нибудь горячительного до обеда. Мы получали огромное моральное удовлетворение, несмотря на то, что мы были красные и потные, возвернувшись в свои номера, но долг перед здоровьем был выполнен, мацион был, так сказать, проделан этот, и те, кто годами, может быть, не видели этих лыж, чувствовали себя, в общем, спортсменами, где-то героями даже, потому что преодолели такое огромное расстояние, с горы спустились два раза. Вот, и имели полное право расслабиться и принять рюмочку другую водочки перед обедом. А можно было поехать по совсем другому маршруту, малому кругу, который начинался между 15 и 16 дачами, где жили композитор Туликов и Фраткин. И тогда можно было доехать до Дома творчества ВТО, задержаться в угольке, поболтать с друзьями и выпить кофе, а дальше ехать в санаторий Дорохова, покупать прессу. А уж совсем длительная, долгая прогулка – это по Висячему мосту еще дальше, в пионерлагерь «Отдых», где была скульптурная группа, памятник, который назывался «Два Ленина». На скамейке сидел Владимир Ильич Ленин в пиджачке и с бородкой, а рядом, чуть подаль, мальчик Володя Ульянов с октябрьской звездочкой на груди. Между ними было расстояние, и все лыжники любили присесть, передохнуть перед поездкой обратно. И у нас всегда существовал целый ритуал, когда мы подходили, мы должны были с ними сначала очень вежливо поздороваться, с ломанием шапки, здравствуйте, Владимир Ильич, здравствуйте, Володенька. А потом уже, после того, как они разрешали нам подойти к ним, можно было сесть между ними, ну и поговорить. Новички были в полном отпаде, ну то есть сомнений никаких не было. Это не то, что было так условно, похоже, может быть, там как-то вот вроде. Абсолютно точно, то есть любой человек, который приходил туда первый раз, он был уверен в том, что это два Ленина. И все знали, что это два Ленина, и уже через какое-то время, к сожалению, не оставалось людей, которых там еще не были, но ритуал соблюдался каждый день. А еще в Рузе было замечательное и полезное развлечение – поездки по сельским магазинам. И там вместе с ведрами оцинкованными, железными корытами, лопатами можно было купить финские пальто, австрийские мужские костюмы, итальянскую обувь, английские ткани. Все то, что в Москве было найти, ну, практически невозможно. И вот утром после завтрака дамы из Дома творчества композиторов и Дома творчества ВТО, если не удавалось договориться с мужьями, то договаривались с водителями гаражных автобусов и уезжали на весь день за покупками. Обычно эти магазины знали уже годами, даже знали туда телефоны, имена продавщиц, звонили заранее и спрашивали, а есть ли у вас что-нибудь новенькое? И им могли ответить, лучше приезжайте во вторник. И автобус возвращался полный сковородок. Кто-то покупал шубы, а кто-то кофточки. Значит, в одном магазине могло быть три финских пальто, в других могло быть два. Я помню, что бабушка дедушке купила финский плащ, который точно такой же, в котором потом Штирлиц, то бишь Тихонов, изображал Штирлица в 17 мгновениях весны. И когда он появился на экране в этом плаще, дедушка сказал, что-то очень знакомая вещица. Вот, и один раз я поехала сама по себе. Я вышла на дорогу, поймала машину, меня отвезли в магазин. Я купила что-то даже, по-моему, какую-то эмалированную мисочку или там еще чуть-чуть, не знаю, что. Но надо же добираться назад, а это зима, уже темно. Я опять выхожу на дорогу. Нет машины. Ну, наконец, остановился грузовик, вот такой большой, огромный грузовик. Это холодильник был, на нем было нарисовано два пингвина и две снежинки, как сейчас помню. Я говорю, ребят, довезете меня? Говорит, довезем, говорит, но только, говорит, там, в кузове, потому что у нас, говорит, женщина с ребенком в кабине. Я сажусь туда, они меня закрывают. Там какое-то окошечко такое, пробивается свет от кабины водителя, и я понимаю, где я нахожусь, что я нахожусь между висящими возле меня замерзшими тушами мясными. Машина едет, дорога раздолбанная, соответственно, туши вот так вот качаются. И я вместе с ними вот так вот мы едем на этой машине. Слава тебе, Господи, меня оттуда вынули. Это не отбило охоту, кстати, у меня от поездки по всяким этим магазинчикам, потому что действительно это было развлечение. Самая знаменитая детская песня композитора Островского
здесь всегда будет солнце, было написано именно здесь, в Рузе, на первое прослушивание. Пригласили всех детей из ВТО и Дома композиторов. И, конечно же, почти все 100% детей, кто тогда здесь отдыхал, обязательно после обеда по традиции садились за инструмент. Кто час, кто два, кто три сидел. И если идти от дачи к даче, раздавалась одна и та же музыка, сонатина Клементи. И как только затихали звуки упражнений, вся эта детская толпа высыпала на улицу, и начиналась настоящая детская дачная жизнь. Кривые роет подземный умный грот. Нормальные герои всегда идут в обход. Нормальные герои всегда идут в обход. Мой сын и внук Фраткина, и внук Френкеля, они дружили. Мы застали потрясающую картину. Эта троица, значит, дралась с Женей Кисиным в снегу возле вот этой столовой, где мы все сидели. Это был Новый год. И мы вышли и увидели, что они, значит, все дерутся. Какой-то клубок, ну как они дерутся? Скорее обозначают драку, чем дерутся. При этом каждый издавал определенный клич. Клич был один. Говорит, осторожнее, говорит, по рукам не бей его, бей по башке. Они понимали, что Женя Кисин, хоть еще и, так сказать, молодой, и юный, и вот, но он такое дарование, которое надо беречь, по рукам не бить. Можно бить по башке, но они не связывали, понимаете, то, что руки и голова как бы участвуют в исполнении одновременно. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад совершенно. Заводила детской компании был композитор Владимир Комаров. В один прекрасный зимний день он сказал: «Будем сегодня каледовать». А что это такое, никто не знал. Все стали перезваниваться. В каждом доме стоял черный тяжелый телефон с абонитовой трубкой. Все звонили друг другу, говорили, что надо делать. В 80-е годы все уже успели забыть, а было это 6 на 7 января, святочная неделя уже началась. Комаров сказал: «Я вас научу. Надо петь колядки, одевать странные одежды, ходить по дачам и требовать выкуп». Все страшно обрадовались, бросились хватать шубы папы и мам, выворачивали их наизнанку, брали швабры и пошли по дачам. В первый год здоровенной толпой устроили такой жуткий переполох в Рузе. Пели, кричали, стучали, требовали выкуп. Дошли до дачи композитора Туликова, тот даже своего внука не признал, но конфеты вынес. Руза поразительное место еще и потому, что здесь очень смешные истории совмещались с очень напряженным трудом. Причем, если вспомнить все-таки «Спартак» Хачатуряна, он был здесь написан. Это знаменитое сочинение, которое звучало по всему миру. Это самый знаменитый русский балет. Он был написан именно здесь. Было написано очень много сочинений и Шостаковича тоже. Вот я, например, знаю историю с одним из самых известных сочинений отца моего, Андрея Яковлевича Ишпая, «Концерт для оркестра». Он его написал за 18 дней. Это поразительно короткий срок для партитуры, но он был так здесь, так мог здесь сосредоточиться, так мог все выстроить, что мог записать за такой короткий период большую партитуру большого симфонического сочинения. Здорово. Привет. Здорово. Привет. Здорово. Здравствуйте, Андрюшенька. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Это
Здравствуйте. Мои ближайшие друзья, мы дружим уже 30, почти 5 лет. Это люди, которые на протяжении лет 20 кормили всех знаменитых композиторов. Нина была шеф-поваром, вот, но тогда еще была старая, уютная столовая. Но они, наверное, сами могут об этом рассказать. Здесь мы справляли новые, ты помнишь, какие новые года были? Шикарные балы, и мы молодые танцевали. Да, и все танцевали, и все композиторы танцевали. И Шпай садился за рояль. Все садились, что-то играли. А какие эпиграммы вешали на стенках? Очень веселые, очень Дайте добрые. Да, пойдем чуть-чуть по кругу столовой, да? Яковлевич приходил тогда с такими шикарными, ну, подарками, угощениями. Вот он не умел угостить очень, ну, такими малым количеством. Он покупал ящик, покупал такой большой. Ящиками все, Ниночка. Ящиками. И всех угощал. В свое время Саша был даже Дедом Морозом. Там вообще какая атмосфера была? Был, ну, здесь вообще было, все да? весело было. А кто тебя уговорил? Нет, ну, я помню, что это Марк Григорьевич Фраткин. Вот. И поскольку маленькие девчонки были, то был костюм Деда Мороза. Я, Марк Григорьевич говорит, ну давай, давай. Ну, я говорю, да нет проблем. Юрий Васильевич Силантьев тоже самое приехал. Давайте, ребята. Ну это было зрелищно, это было здорово. Шил этот костюм. Красный халат с белой такой оторочкой. Красивый посох, который дети боялись мои. Новогодние утренники и спектакли закончились. Все зайчики и снегурочки, ежики и Деды Морозы съезжаются в ВТО. Новый год начинается сразу после завтрака, 31 декабря. Главное было занять столики и стулья. Поэтому оставляли дежурного с бутылкой, чтобы он мог просидеть весь день, чтобы ее стащили. А еще дежурного оставляли в лесу, где всегда традиционно устраивали костры. Поэтому дежурный мерз весь день, охраняя хворост и дрова. Все собирались к вечеру. Кто-то был в спортивной форме, любители лыжных прогулок новогодних. Кто-то был в нарядах, которые потом обсуждали весь год. И вот телевизора не было, и отчет времени начинали 5, 4, 3, 2 и крик «Ура!». И потом мыслимые и немыслимые тосты, поцелуи, снежки за шиворот, танцы, капустник. А потом все общество натягивало валенки, тулупы, и уходила в лес, там, где были костры, переходили от театра к театру. Возле этой елки начинались всякие игрища, толкания. Даже странно подумать, что вот народный артист Никита Подгорный мог вдруг кинуться под ноги всем и свалить всех в большой сугроб, и друг на друга все лезли. Вот в таком состоянии я увидела Валентина Николаевича Плучика, который был в изумлении просто от такой наглости, что кто-то его, стоящего в стороне, так чинно взирающего на все это, свалил в сугроб. Ну, на него еще навалилась куча другого народа. А в доме композиторов Новый год начинали встречать за неделю до 31 декабря по традиции. Сначала праздновали день рождения Раисы Фраткиной, жены композитора Марка Фраткина. Потом годовщину их свадьбы, которая плавно переходила в 31 декабря. И в новогоднюю ночь в доме композиторов устраивали один огромный общий костер. И по традиции, уставшие после новогоднего ужина, композиторы обязательно перепрыгивали через этот костер. Случались разные смешные истории. Кто-то что-то терял, а однажды Раиса Фраткина, фантастической красоты женщина, потеряла бриллиантовую серьгу. Весь дом композиторов всю неделю потом искал. Ее муж Марк Фраткин случайно нашел ее в снегу. Друг Дмитрий Дмитриевич Шостакович предлагает, говорит, а вы знаете, что в новогоднюю ночь положено прыгать через костры и нырять головой в сугроб? Да что вы говорите? Да. И по
пошли тут быстро разводить костры, пошли прыгать через костры. И он первый показал пример. У него на нем была такая шапочка пирожком. И он со всего разбегу, как мальчишка, прыгнул такой рыбкой прямо глубоко в сугроб. Мы его потом дружно оттуда вытаскивали. Вот самое удивительное. В общем-то, шапочка осталась у него на голове, как и была. И так это празднование происходило, в общем-то, всю ночь. Все забуду, все погибну. Казалось, сахар спрячу для коня. Звезды на снегу загорались, и сквозь так огоньки между деревьев костров светились. Было очень празднично, радостно и красиво. Дую снежную тангу, а сукно моей шинели трется нежная щека, снег валит.